Привет всем, меня зовут Нина. Сегодня у меня будет мини-распаковка. Мини-распаковка вот таких шапочек черного цвета. Видите, написано Китай. Ну, такие шапочки я знаю, что можно купить только на Panda Haul на сайте. Именно на сайте. На Алиэкспрессе на Panda Haul вы их не найдете. Эти шапочки я купила у нас на Амазоне. Вот. Стоило 15 долларов мне. Я сейчас открою и посмотрим, какой вид шапочек здесь находится и сколько их штук. Может быть, я не поленюсь посчитать. Вот я перебрала эти шапочки. В наборе было 12 видов шапочек. Вот у меня не влезли вот два вида здесь. И 10 видов здесь. И вот даже одна попалась вот такая вот маленькая. Давайте я вам покажу, какие шапочки здесь были. Если уже начала, так надо закончить. Так, вот такие вот. Хорошо, что они всех размеров. Есть от маленьких до больших. Вот такие вот шапочки. Вот, хорошенькие. Сейчас, может быть, покажу вам, как они с бусинами. Специально буду показывать с белой бусиной, чтобы было лучше видно. Вот такие вот. Вот. Я не считала, сколько их штук. Я вам сказала, что, может быть, я посчитала. Нет. На вес было 102 грамма. Сколько штук я не считала. Ну, 15 долларов, мне кажется, очень хорошая цена. Такие шапочки. Так, тоже посмотрим. Как будет бусинкой. Ну, такие шапочки мы можем найти в серебре, под золото на Алиэкспрессе. Вот так. Вот такие вот. Так, вот эта бусинка 8 миллиметров у меня. Так что, смотрите, как она выглядит с бусинкой 8 миллиметров. Вот зум. Вот так вот. Такие. Эти уже побольше. Ее можно даже с бусинкой, с большей бусинкой померить. Вот. Это уже бусинка 10. Все, вот зум этот. Вот так вот. Это бусинка 10 миллиметров. Такая шапочка. Далее вот такие вот. Остренькие. Эти поменьше. Эти они еще тут такие остроконечные. Вот когда не надо, ты находишь эту дырочку быстро. А когда на камеру начинается. Так, вот так. Ну, это кому нравится черная фурнитура. Я говорю, вот если вы хотите, именно на сайте Panda Haul. Эти шапочки, они продаются. Там просто доставка высокая. Я уже давно, у меня там лежит уже в корзине эти шапочки, все. У меня там доставка 40 долларов до нас. Что-то мне не хочется платить 40 долларов. Я жду, может быть, когда будет лучшее, как бы, предложение. Так. Вот такие. Когда будет лучшее предложение от Panda Haul, тогда я приобрету.
8. С 8 очень хорошо. Ну, можно, конечно, и с большей бусинкой. Вот, например, у меня огромная аметиста. Давайте посмотрим с аметистом, как. Ну, с аметистом она затеряется. А с более светлыми, может быть, будет и хорошо. Так, вот такие. Это тоже немножко конусом, как другие. Вообще вот эти вот сайты, которые на Алиэкспрессе, вы можете их отдельно найти в интернете. У них есть свои отдельные сайты. Но там уже будет вам платная доставка. Вот эти вот самые большие бусины. Вот, посмотрите, у меня восьмерка, она вот тонет. Так что вот у меня есть такая большая бусинка. Я покажу вам с этой бусиной. Наверное, даже не знаю, сколько. 18 миллиметров это у меня. Магнезит, бусина магнезита. Вот. Так что на любой вкус, вернее, в любой форме. Вот этих вот самое меньшее. Вот видите, вот этих вот. Этих и вот этих. Самое большее вот этих. Вот, ну и крупных хорошо. И вот этих. И вот здесь вот тоже вот. Сейчас я вам покажу. Ну что ж такое. Так, вот это вот. У меня тут даже есть еще меньше бусинка. Наверное, это шестерочка. Посмотрим с шестеркой. У нас птички так поют во дворе. Прям у нас лето началось в Канаде, наконец-то. Ну, правда, у нас то 33 градуса, то 23. Вот так вот шагает температура. Представляете, вот кто пожилой, как им это хорошо. Как давление туда-сюда, туда-сюда. 33-23, 33-23. То жара, то прохлада. Но все равно. Мы уже огород немножко посадили, небольшой. Ну, какой в Канаде огород? Тут вообще фермы есть. У кого нет ферм, просто они во дворе сажают несколько кустиков. Вот тебе и огород. Так, эти я вам показала, теперь покажу эти. И то огород я большой не хочу сажать, потому что... Это, видите, с большим отверстием, что она даже у меня убежала. Спина. Большой не хочу огород, потому что у нас было 40 соток. У мамы там был этот огород и сад. И всякая живность. Свиньи, куры, утки, гуси. Индюшки, даже коза была и баран был. Хорошо, что коровы не было. Это у нас еще и на даче было, представляете? Так, вот эти бусинки. Так что мне этого хватило. Ну и так, это огород, как побаловаться. Вот такой тебе огород. И вот. Ну-ка, если с большей, огромной бусинкой. Вот так вот будет смотреться. Только чтобы закрыть бусинку. Вернее, дырочку. Чтобы закрыть дырочку. Вот. Иногда бывает такая красивая бусина, что жалко ее прикрывать бусинами всей этой фурнитурой. Иногда так перекроют шапочками фурнитуры, что и бусины и не видно. Очень жалко. Ну вот. Вот я очень рада. Вот я получила вот такой с Амазона. Такие шапочки. Вот думаю, может быть, купить еще, пока они имеются или нет. Один раз я видела на Алиэкспрессе. Ну, на Алиэкспрессе там тоже что-то было. $13. Но там еще плюс посылка была $7. Вот.
А на Амазоне, если ты покупаешь на сумму $35, там посылка бесплатная. Так что если ты добавляешь товара и в общем у тебя $35, то посылка бесплатна. Я не знаю, если вы пользуетесь Амазоном или нет. Ну вот, тоже это вот все на сегодня. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь. Всем мира и добра. Все, до следующего. Пока.